Выбирая профессию строителя дорог, я много думал о ее глубоком предназначении в жизни человека. Однажды я прочел притчу. Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево». Так подсказывает моя интуиция. Второй сказал: «Я пойду направо». Недаром считается, что «право» от слова «прав». Третий сказал: «Я пойду назад. Мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса». Четвертый сказал: «Я пойду вперед. Надо двигаться дальше. Лес непременно закончится и откроется что-то новое». Пятый сказал: «Вы все не правы. Есть лучший способ. Подождите меня». Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Поднявшись, он смог увидеть самый короткий путь и решил, что сделал все правильно, а другие нет. Но он ошибался. Все поступили правильно. Тот, кто пошел налево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и прятаться от диких зверей. Но он научился выживать в лесу и мог научить этому других. Тот, кто пошел направо, встретил разбойников. Они отобрали у него все. Но он разбудил в них человечность и сострадание. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих пройти по лесу. Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. Ведь у каждого из нас своя дорога. Главное – найти свой верный путь, свою цель. Я определил свой. Я стал дорожным мастером и посвятил этой профессии всю свою жизнь.